Привет, дорогие друзья! Сегодня будет необычное видео. Героиней будет вот это вот милое создание, мышка. Короче, вчера у нас целый квест получился вечером. Забежала к нам мышь. У нас же кошка есть в доме, и мы всегда ее ждем дома. Когда нет ее, мы открываем дверь, и кошечка приходит, когда захочет, уходит. Ну вот, и вчера вместо кошки прибежала к нам мышка. Ну, мышку это поймала, конечно, наша Мурочка. За что ей отдельное спасибо. Нам вчера устроила веселый вечер. Весь вечер мы искали эту мышку. Она сперва забежала в комнату, под диван. У нас под диваном вещи хранятся. Вот давай все, значит, с дивана вытаскивай. Искали мышку, но пока, видимо, мы искали ее, она перебежала в другое помещение. Ну, короче, уже перед сном увидели ее тут, сперва в туалете была, потом на кухне забежала. И, в общем, ой, пожаловалась сестре. Сестра говорит, слушай, говорит, вот посмотри, видео нашла в интернете, но сделала ловушку. В общем, смотрите, не я придумала. Вот. Видите, из картонки вырезаете вот такую вот конструкцию, ставите кусочек хлебушка промасленный, ну, маслицем растительным, и все, вот вся ловушка. Я поставила таких 4 банки, 2 в туалете, там, ну, в этой, в санитарной зоне, и 2 баночки сюда. Ну, мы вчера ее вот здесь, последняя дислокация ее была под холодильником, и холодильник отодвигали, не знаю, куда она там спряталась. Ну, в общем, короче, ночью вот захлопнулась эта ловушка, и она здесь, вот видите, даже вот пыталась выбраться, кушала эту вот картонку, но ничего не получилось у нее, сгрызла все. Ну, в общем, такой вот вам способ, как поймать мышку быстро. А героиню, ну, нашего фильма, Мурку, я потом в следующий раз покажу, какая она у нас красавица и такая успешная ловчиха. Ну, в общем, сейчас мы мышку эту выпустим на улицу. Пускай живет. Не будем мы Мурке давать. Вот такая вот история. Надеюсь, вам полезным было видео. Может, у кого-то тоже такие вот неприятности. Вот забегают в дом вот такие вот животные, которые как бы не нужны в доме. Вот. Ну, ставьте лайки. Комментарии пишите, кому оказалось полезным видео. Все, до новых встреч. Пока-пока.